Дорогие дети, уважаемые родители и воспитатели, все присутствующие здесь, рад приветствовать на таком замечательном мероприятии, как открытие детского сада здесь, в селении Мичурин. Мы за последние 2 года открыли более 10 детских садов по республике, более 20 пристроек к детским садам. И работу эту продолжаем и будем вести дальше, пока мы не ликвидируем очередность детские сады. Такая задача всем поставлена. Мы с вами встречались на сходе здесь, в Мичурине, несколько месяцев назад, где были поставленные задачи, мы обязательно их будем решать. В том числе мы обещали построить спортивный зал. Мы обязательно в начале следующего года приступим к строительству такого спортивного зала. Ту задачу, которую ставили жители республики, построить объездную дорогу, мы также приступили, и строительство ведется. К концу следующего года дорога должна быть закончена, и все те обещания, которые были даны тогда, они должны исполниться, они стоят на контроле, будем их решать. Успехов вам!